Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Пока я работал над выпуском, который планировал сегодня вечером опубликовать, вышла новость о том, что Владимир Путин решил вмешаться в ситуацию с криптовалютами и Центробанком России. Президент России уже говорил нам о том, что он думает про криптовалюту и о ее возможном принятии. Он даже предположил, что переход на криптовалютные операции возможен, если курс криптовалют будет более стабильным. Сегодня он провел совещание с кабинетом министров, где сообщил, что внимательно следит за криптовалютами и дискуссией, что развернулась из-за нее между регуляторами. Путин объяснил позицию Центробанка России снова высокой волатильностью цифровых активов, поэтому увеличение деятельности в этой области может принести вред гражданам страны, по его словам. Также глава государства подчеркнул тот факт, что Россия имеет преимущество по сравнению с другими странами в области майнинга, поскольку в стране есть профицит электричества. Кроме этого, президент попросил кабинет министров и Центробанк наконец-то прийти к какому-то общему знаменателю и впоследствии доложить ему лично о том, какова будет итоговая позиция государства по криптовалюте. Похоже, что цели запрещать криптовалюты в России у национального лидера нет. Я нашел отрывок из этой видеоконференции, посвященный именно криптовалюте. Давай послушаем самого Путина. Перед тем, как мы начнем, как обычно, несколько текущих вопросов. И начать хотел бы с вопроса, который сейчас находится в центре внимания. Это регулирование криптовалют. Скажу буквально несколько слов. Знаком с дискуссией, которая идет на этот счет. Этими вопросами у нас занимается и регулирует эти вопросы Центральный банк Российской Федерации. ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности. Что касается криптовалют, то у ЦБ своя позиция связана она с тем, что по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски, и прежде всего для граждан страны. Учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие этой темы. Хотя, конечно, есть у нас здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге, имея в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры. Вот я бы просил и правительство России, и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению и просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты. Это первое. Второе. Хочу обратить твое внимание на то, что эта конференция длилась 1.5 часа. И самый первый вопрос, который Путин самолично поставил во главу, это вопрос о криптовалюте. Я считаю, что это очень позитивный момент. Он сам считает этот вопрос самым главным из всех, которые сейчас стоят перед ним. Ну а то, что Центробанк не мешает развитию цифровых технологий, да и вообще других инноваций, это смешная шутка, если он шутил. Потому что как можно не мешать развитию цифровых технологий, пытаясь запретить их. Абсурд. Напиши, что ты думаешь в комментариях под этим видео.